Перед началом заседания небольшая молитва. Здесь и священнослужители, прихожане, студенты и учителя. Образовательные чтения – не что иное, как подведение итогов работы церкви за год и определение направления на следующий год. Вектор таков – нравственные ценности и будущее человечества. К слову, тему определяет Священный Синод. Насколько важна нравственность в наше время, говорил митрополит Саватий. Если мы отрываем нравственность от реальной жизни – то люди действительно превращаются в животных, которыми движет только инстинкт. Абсолютные нравственные ценности – это наш общий фундамент. На нем развивалась вся человеческая цивилизация до недавнего времени. Поддержали владыку Саватия и другие участники заседания. В городе Улан-Удэ много делается для всестороннего развития молодого поколения, для сохранения его физического и нравственного здоровья. Также работа ведется с другими категориями жителей города. Конечно, есть пробелы, есть нерешенные проблемы. Только работая вместе и сообща, можно решить вопросы нравственности, считают участники заседания. Образовательные чтения будут проходить в течение недели. Дарья Белоусова, Сергей Костенко. Новости дня.